Дедмастер. В округе называли знахаря Дедмастер. Он и целитель, он и знахарь, он и плотник, он и слесарь, он и электрик, и художник, и повар, и садовник. Дедушка всегда был в трудах, его редко можно было застать без дела. Часто юного студента дедушка подключал к выполнению различных работ. Юноша, как я понял, это очень понравилось. Трудясь вместе с вами, я не устаю, как обычно. Для меня это тоже одна из загадок, дедушка. Человек устает от трудов только тогда, когда работает сверх своих возможностей, не зная меры, или же тогда, когда он раб. Как понять раб? Когда тебя заставили? Но это еще не все. Устают сильные завистники. Работает такой завистник? смотрит на других и думает, что они работают слабее и меньше, чем он. Это вызывает в нем зависть и напряжение, которые ослабляют его силовой потенциал. Когда же человек работает только ради самой работы, осознавая цель, то его труд максимально результативен и минимально истощает запас сил, а то и придает их. Он не тратит сил ни на сопротивление насилию над ним, ни на возмущение отношения к работе окружающих. Дедушка достал мочалку из наполненного водой ведра, сжал ее и освободил от воды. Я опустошил мочалку. Есть ли разница между полной и пустой мочалкой? Полная тяжелее. Если я не выжму мочалку и опущу ее снова в ведро с водой, то диффузия будет практически отсутствовать. Выжатая же при погружении в воду станет наполняться этой водой из ведра и диффузия будет максимальной. Понимаешь теперь к чему я веду? К обмену с внешней средой? Верно, сынок. Я показал тебе и ленивого человека, и труженика. Ленивый подобен полной мочалке с минимальным обменом с внешней средой. Со временем он плесневеет, подобно старому болоту. Постоянно трудящийся не позволяет силе в себе застаиваться, и оттого всегда свеж и бодр и жив. В этом основа подвижничества и могущества. Не нужно запирать в себе не только физических сил, убегая от труда, но и эмоций, пряча улыбку или слезы. Слезы – признак живой души, так же, как искренняя улыбка. Но еще более опасно удерживать в себе знания. Если их не выпускать свет, они, концентрируясь, в один момент разрывают такого Плюшкина, и он находит себе место в лучшем случае в психбольнице. От того знахарь, не передавший знаний, не умирает. Не надо быть скупым. Мудрость знаний всегда должна быть свежей и чистой, подобно той воде, что околдовала тебя у родника своей волшебной игрой сияния. Попрактикуйся с мочалкой и водой, наблюдая процесс выхода старого и впитывания нового. Уясни себе необходимость постоянного труда. Тогда понятие не тебе станет, что такое радость сознательного действия. Понимаешь? Ты поймешь, что такое радость сознательного действия. Ведь труд это жизнь. Отдых – это не бездействие, а смена труда. Сидя под тенью винограда после физической работы, ты можешь заниматься общением с растением, ощущать его жизнь и впитывать свежесть прохлады виноградных листьев. Если же ты успел устать от чувств, то займись мыслями. Когда трудится тело, отдыхает мысль. Когда отдыхает тело, трудится мысль или чувства. В таком случае никого нельзя назвать ленивым. Почему тогда возникло такое понятие? В абсолютном значении ленивых нет. Каждый делает свое дело. Лень – понятие относительное, ибо мало кто видит, что жизнь всегда жива. Когда оператор наблюдает за показаниями приборов, он тоже выглядит физически недействующим. Кто-то назовет его ленивым. Но так ли это? Легко ли удерживать внимание на доме в объекте длительное время? Поверь мне, сынок, работа мыслей истощает более сильно, чем работа физическая. Целителям знакомо, как после хорошей работы ломит поясницу. От чего? От истощения жизненных сил. Тут-то и необходимо то качество, о котором я тебе говорил. Умение восстанавливаться? Да, сынок, умение максимально быстро восстановить свою утраченную силу. Но это еще не все. Когда мочалка пуста, то восполнить ее можно, куну не только в чистую, но ведь и в мутную воду. Это говорит о том, что важно не только знать необходимости методы восстановления, но и то, какой силой ты себя восстанавливаешь. Но ранее вы говорили, что сила одна. Верно, сынок, сила одна. Она ни добра, ни зла, Добро и зло силы определяется тем, каким способом ты ее впитал. Вы говорите о двух типах магии? Верно понимаешь. Есть сила, как сила. И она сама по себе независима. Важен тот контракт, который ты с ней подписал. Или же не подписал, используя агрессию и временное свое преимущество. Почему преимущественно временные? Потому что маятник качается. Солнце то над головой, то под ногами. Дедушка чистой водой ополоснул свой маленький самодельный джип, выжал мочалки. Все время нашего прослушивания и беседы они занимались мытьем дедушкиного автомобиля. Даже сейчас, сынок, мытье моего зверя джипа помогает мне беседовать с тобой, подсказывает мысли, придает сил, трансформирует старое лишнее напряжение и придает свежесть и спокоение. Чистый инструмент – это готовое к защите оружие, приносящее уверенность в жизни. Для чего человек стремится быть сильным? Не для того ли, чтобы быть уверенным? Уверенным прежде всего в самом себе и в мире, который его окружает. Любой, абсолютно любой сынок – труд. Это тебе говорит опытный и кое-что познавший дед. Никогда не бойся труда. Все, что посылает тебе жизнь, умей достойно принять, не убегая, не прячась, не кривляясь и не отмахиваясь. Все это тебе уроки. Если ты не принимаешь их, они повторяются и будут преследовать тебя до тех пор, пока ты не примешь условия жизни. Можно ли обойти жизнь? Нет, ее не обойти, не обмануть. Как не обмануть и ту с косой, что всегда рядом. Что остается так? Ну что нам остается? Вот подумай. Как не единственное достойное занятие, труд, честная, сильная жизнь жизнь сознательного труда, будучи постоянно действующей мочалкой. Где и в чем, спросишь? В теле, в душе и в духе.